I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Всем доброе утро. Как вы поняли, занимаюсь уборкой, развлекаюсь. Короче, у нас обе простыни в стирке. Основные наши белые, потому что Кузьма своим лекарством ушным заляпал простыни. Вот, в общем, достала запасные. Мама дарила летом. Слушайте, вот как отличается... Рекс, уйди отсюда. Качество Икея и других производителей. Это что-то из нашего российского. Вот простыня. Она приятная на ощупь. Она классная. Это комплект на ширину 140. Вот вы мне объясните, вот когда вот простыня вот так вот лежит, как вы думаете, сколько раз надо поворочиться во сне, чтобы она сразу содралась? Почему простыня на кровать 140 ровно шириной? Я даже не уверена, что 140, потому что вот посмотрите, оно торчит. 135. Как бы... Рекс, уйди оттуда, пожалуйста, ты меня нервируешь. Как бы, как я должна это закрепить, заправить? А до этого, вы видели, я возилась с голубой простыней. Там были сделаны, типа, уголки. То есть была вшита резинка вот здесь, и это называлось простыня с резинкой. Все классно, но натянуть 4 уголка вообще нереально, потому что либо у тебя должен быть матрас вот толщины 2 сантиметра, либо кровать должна быть не 140 на 200, а, опять же, там, скажем, 120 на 180, тогда натянется. Короче, я уже психанула просто. Хочется сделать как на даче, когда я брала две такие простыни и просто заворачивала их, застилала двумя простынями одну кровать, чтобы ничего не задиралось. Но вторая с резинками, поэтому у меня так не получится сделать. У тебя что-то съехали. Класс, спасибо. Это то, что нужно, когда мама нервничает. Поэтому сегодня ночью помучаемся на этой простыне, а потом я перестелю на икеевскую. Вообще, очень хочу уже поехать в Икею и обновить постельное белье. Оно прям начало сыпаться вот это вот. У нас два комплекта, я не знаю, года три мы спим только на них. То есть, ну, каждую неделю комплект меняется. И оно просто начало расходиться. Оно офигенное по, ну, на ощупь. Я просто ищу показать вам. Ну, короче говоря, даже наволочки начали вот так вот брать и рваться. Ну, расходится ткань, поэтому в этом году обязательно обновлю. Я не знаю, может, до лета уж в них доспим и ликвидируем их на даче и уже купим новые красивые в город. Как-то так. О, солнышко вышло, смотрите. У меня есть тень. У меня есть тень. В Питере это прям редкость. А ты бесишься, да? Артемий, нет, не надо слезть. Я застилаю постель. Не нервируй. Ты знаешь, меня простыня довела. Не нервируй, мама. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. Артёшки надевается, жду его. Сейчас он отправится к няне на пару часов. Да ты оденься сначала. В общем, пойдет играть и гулять. Я надеюсь, не погуляет, будет очень круто, если произойдет это. Вот, а я успею поработать и восстановить свой дзен. Вот, так что это, он радуется, он реально. Ты любишь к няне ходить? Да. А в садик? А почему к няне ты любишь ходить, а в садик не любишь? К няне я тебя ненадолго только отдаю, поэтому няне тебе нравится? Да. То есть если я тебя... Ой, где трава? Ну, встань. Спасибо.
То есть если в садик я тебя буду отдавать на полдня, а не на весь день, тебе тоже будет нравиться? Ой, сюда. Ну, я поправлю. Куда пошел? Встань, пожалуйста. Встань, пожалуйста. Стой спокойно. Я поняла, что у тебя задралось. Пошли в прихожую, а там тебе поправлю. Посмотрим. Я хочу его весной в сад, но, блин, единственное, что меня очень сильно напрягает, это то, что... Ботинки доставай. У нас в Питере болеет каждый второй. По статистике у нас все хорошо. А у меня уже половина семьи переболела. Ну, ковидом, естественно, я имею в виду. Короче, у нас реально очень плохо с этим. И у нас по статистике все хорошо, просто потому что даже если ты тяжело болеешь, но, допустим, у тебя не пропало обоняние, то тебе отказывают в тесте. Вот, поэтому я не знаю, стоит ли игра свеч. У нас реально вот самый-самый пик сейчас идет, вот эта волна с ноября, и просто трэш, реально. Я уже 1000 раз сказала, реально, но это реально так. 2 часа пролетели как-то слишком быстро. Надо его на 3 сдавать, наверное, потому что я успела совсем половину задачи своего списка. Вот Рекса, кстати, очень беспокоится без Артёши, она прям такая вся... нервная. Я думаю, сейчас я приведу ребенка, и она расслабится. Она не привыкла, что Артемия нету дома, а я есть. Я что, включилась? По поводу помады вы периодически спрашиваете, какой это оттенок. Вообще, это самая любимая моя помада. Она не суперстойкая, она обычная, суперстойкие у меня тоже есть, но я сейчас ими не люблю пользоваться, они губы сушат, ну и мне не надо сейчас на весь день, это актуально, когда на весь день выезжаешь куда-то. Вот, это оттенок... Ну давай, камера, ты чё? О! Вот, 02, это Essence. И я у одного бьюти-блогера прочитала такую интересную теорию, что если вы никак не можете найти идеальный оттенок помады для себя, то подбирайте оттенок, который максимально похож на цвет ваших сосков. Да, я про грудь. Вот, и я, конечно, не могу сказать, что у меня так, но доля правды в этом есть, потому что... А у меня как бы такой желтовато-коричневый оттенок кожи, и, соответственно, мне идут такие оттенки, то есть всякие там холодные розовые, это вообще не про меня, то есть мне вот что-то такое вот нужно. Вот, поэтому смотрите по своему, в принципе, тону кожи, ну и от него отталкивайтесь, но эта идея мне понравилась, потому что такая, блин, а в общем и целом это, в принципе, правда. Так что пользуйтесь лайфхаком. Я уж не знаю, как вы будете делать это в косметическом магазине, сравнивать. Но есть вариант посмотреть, запомнить и искать похожее. Артемий учит вас моему лайфхаку по распаковке пакетов. Но, конечно, не очень получается. В общем, заказала продукты. И пока везли нам эти продукты, мы лепили... Ой, а куда он делся? Артемий, а где жираф? А, все, нашла. Во, кого мы слепили. Теперь у нас есть в коллекции такой жираф. Получился страшненький. Должен был выглядеть вот так вот. Но у меня получилось только вот так. Артемий, скажи еще раз, пожалуйста, как папу постригли? Чё-то лысо, и сзади лысо. Лысо сзади? Да. Давай. Я проверила, как лысо сзади. Вот так как лысо. Там ушки выросли. А хочешь, тебя тоже так постригут? Да. Лысо сзади хочешь? Вот у них и дождался ребенок. Папа наконец-то пришел пораньше с работы. Все, теперь они будут так вот играть тут. А я, может, даже полчасика поработаю. Пока у них физкультура. С мамой ты так не поиграешь. Просто вот до бесконечности, по-моему, готов повторять это. Я открываю компьютер, чтобы монтировать влог, и поняла, что я не засняла конец влога. Так что, ребятки, буду я с вами прощаться. Завтра насыщенный денечек. Завтра меня ждет ортодонт подкручивать опять разболтавшийся имплант. Я не знаю, в чем дело, почему у меня коронка так раскручивается. В прошлом году мне ее закручивал ортодонт мужчина. У него прям рука дрожала от напряжения, насколько плотно он мне закручивал это все. Все равно опять чуть-чуть шатается, так что надо зафиксировать, пока не разболталось еще больше. Вот, ну и много всяких разных других дел. Короче говоря, увидимся завтра. Всем пока.